На учете в управлении полиции города Петропавловск на сегодняшний день состоят 136 неблагополучных семей. Всего на профилактическом надзоре в отделении участковых инспекторов полиции отдела местной полицейской службы 2786 лиц, осужденных за различные преступления в сфере семейно-бытовых конфликтов. Основные меры работы с ними, отмечают полицейские, это защитные предписания и особые требования, установленные в отношении правонарушителей. Запрет на посещение жилища потерпевшего, употребление алкогольных напитков. В данное время полицейские тесно сотрудничают с общественными организациями по вопросам семейно-бытовых конфликтов и преступлений на этой почве. По всем вопросам, касающимся данной проблемы, можно позвонить на горячую линию по номеру 49 31 58 или 102. Очень тесно мы работаем с общественными организациями, такие как кризисный центр и дом мамы. Отправляем туда людей, женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Отправляем через участкового инспектора полиции, который собирает административный материал, выносит защитные предписания, и с полным пакетом документов мы направляем женщин в кризисный центр, где ей оказывают помощь. В дом мамы женщины помещаются до 35 лет, имеющие на руках малолетних детей.